Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты с стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Если вот сейчас выиграем, точно один на один выхожу. Давай без стен. Ты тупой что ли, блядь? Смысл без стен, блядь? Гонишь что ли, блядь? Как это без стен, блядь? Если он хоть, блядь, он, блядь... Туда стреляет и в голову попадает. Как это без стен? Ты тут дурак? Не, первый раунд, наверное, мы отдадим ему. Как ты думаешь? Да. Тут Азам без шансов зажать нечем. Обязательно нужны стенки, ну и нужна ППшка. Может, а просто пистолетом пойдем? Просто, может, отдадим раунд? Нет, ну, давай постараемся. Мне кажется, он заберет. Бля, мне тоже кажется, как? Бля, не знаю. Потом, не, Азам, прикол в том, что у него тоже пистолет, хотя у него... Ай, блин! Дабл килл. Я же сказал... Это что было? Это... А почему он так не делал, когда нас четверо было? Ты видел, как он этот телепорт использовал, баран? Я одну вещь не понял. Когда... Не, почему он не сделал это, когда нас... Блин, ну ты вот дурак же, когда нас четверо было, почему он так не делал? Азам, он просто хочет... Нас двоих унизить. Подписчика оставил. А, все понял. Сейчас он в упоре будет. Я тебе отвечаю. Вот такой странный отвечаю. То он моросит на месте, то он... Бля, он сзади меня убил. Ошалел. А почему он не делал, когда, блядь, нас четверо было так? Интереснее же было же. Ему урландовать невозможно попасть. Не, я вижу, типа, а почему когда нас четверо было не делал так, а сейчас так делает? Да он дурак, отвечаю. Он непонятливо играет. Он как-то... Походу сейчас не вылетает, все нормально, у него бот какой-то. То он в камнях застревает, то он минус 2 дает спокойно. Нас когда четверо было, почему он это не делал? Мне просто интересно, реально, он дурак или тупой, или, блядь? Может, он настраивал, а сейчас прям идеально настроил свои четыре. Смотри, вот он там, в упоре. Ай, баран. Подойди! Да бля, как? Не попал, блин. Я же говорю, один... Подойди, меня, баран. Double kill. Это, не, это без шансов, это вообще без шансов. Знаешь, что делать? Давай берем, короче... Пофиг, оружие бери, стенку тупо бей, он никак аимом не может дать так. Из-за этого я на турике у тебя так делал. Просто стенку бей, вот, прислонись к стенке. Вот так бей в нее, вот так сидя, и все, он не сможет голову дать. Это лайфхак от читеров. Давай резко, прям он пока не телепортнулся. Вот сядь и вот так все. Все, смотри, этот бот сейчас у нас в упоре будет и не сможет. Он только зажмет нас. Видишь, а вы им зажал, только зажимом вариантами. А зато аим у него не работает так. А почему уж тело дал? Долбоёб. У него же аим. Вот именно, автоаим у него. А он с тела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а теперь всем удачи и всем пока-пока.